Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем послании президенту народу Казахстана определил несколько инициатив. Одна из таких инициатив – это повышение уровня заработной платы. Минимальная заработная плата в Казахстане сегодня составляет 42 500 тенге. Этот размер заработной платы с 1 января 2022 года решено увеличить до 60 тысяч тенге. Естественно, это повлечет за собой улучшение благосостояния наших людей и, конечно же, будет стимулировать нашу и налоговую, и другую экономическую составляющую. В этой связи необходимо будет на регулируемом рынке закупок внести в ряд законодательных актов нашего государства поправок и уточнений, что в конечном итоге принесет для каждого нашего жителя хороший и очень экономический рост.